Опаньки, не понял. Все правильно. А, все, мы да. Мы поговорили с жабочкой. И мне... Он нас отправил на запад. Нужно восстановить мельницу. А Солушка сказала, он на востоке. Да. Так что все, нам вот туда. Ты будешь еще туда хочешь сходить? Ну, я типа глянуть. Ну, типа, возможно, там какой-нибудь забор стоит или еще что-нибудь. Ой. Опаньки. Здравствуйте. Снова банда. Это мы поняли. Нам намекают, что на мельницу, в общем, короче, иди. Ну, я посмотреть хочу. Тихо, стоп, плевака. Ну, и походу там заблочено водой, и ты никуда не попадешь. Да. А когда она очистится или, соответственно, смоется, мы сможем туда пройти. Ну, вспомни, как мы очистили воды дерева ги... Не очень. Мы очистили воды дерева Гинзы и смогли плавать. Так, нам вообще получается туда-туда-туда, и вот как-то нам надо сюда. Нам напрямки. Либо сюда, либо вообще аж сюда. Ладно, давай попробуем в этот уголочек запихнуться. Мне просто не радует, что мы несколько вот опытинок не взяли, да? То есть вот там вот висит опыт, тут опыт непонятно где запрятан, да? А, ну вот я только что вот тут был. Там был. А, он наверху. Он у плеваки. У плеваки? Так, boys to mind. Ай, да ладно, справимся. Ну, одна жизнь с какой-то копейкой. Я думаю, тебе от него надо наверх лететь. Да я пытаюсь вспомнить какой-то кнопкой. РТ, ЛТ. РБ какой-то. Не в ту сторону. Да я хотел это. Ори летит по направлению, а снаряды пулять в другую. Да я его прибить хочу. Зачем? Да нафиг он мне сейчас нужен. Опыт же здесь. Ну да, ну, кстати, да, ты права. Наверху, то есть за счет него надо прыгнуть. Вот он, только еще повыше. Не-не-не. Ты, получается, головой в платформу влетаешь. Ау. Зёпа, пол жизни, пол жизни. Даю. Ну ладно, первый блин комом. Второй блин комом. Да блин, я почему я шеф все время туда нажимаю? Все-таки, мне кажется, с той платформы надо прыгать. Вот отсюда. Угу. И максимально ловить, когда он высоко. Да-да-да, шикарно. Вот, все взял. Вот, уже 1500, однако. Да. Так, может, даже на тройной прыжок накопим за 2200. Я, правда, нифига не помню, где Дэд. Не помню, где эти НПС теперь стоят. Они как-то, мне кажется, еще даже некоторые из них перемещаются. Вот картежник точно переехал. Картограф. На! Сейчас я гляну, все посмотрел. На! Зёпу подпалит. Так что ж ты делаешь-то? Ой, не та кнопка. Я нажимаю, мне кажется, кнопку вот как вот из прошлой части. Да. Я это уже давно поняла. Потому что хвататься за вот эти плевочки, это был как раз Y. А теперь у тебя там молоток. Да. Это будет на бошку падать. Подожди, у меня лемуры. Ага, лемуры нам... мост как... А, они нам дверку открыли. Помнишь, смотри, комары подожгли фонарик. Угу. Так. Лемуры вообще молодцы. Опа. Опыт. Зараза. Вот. Фонарик. Осторожно. Красава вообще. Комары. Ух ты, дрит, мадрит. Там еще опыт наверху. Об комара. Угу. Эх, чуть-чуть. Ты ж говнина. Ну, иди сюда-то ты. Боже мой, вот они иногда такие тормозные.
Когда надо, они не летят. Ни в какую. А внизу крокозябра. Осторожнее. Об комара. Да. Зараза, потолок. Да блин. Боже, низкие. В замедленной съемке. Жди комара. Все, он потерял нас из виду. Ты видел, он врезался носом. Да. Да что? Да. О, вот тут дверь под потолком. Е-е-е. Вообще ништяк. Здравствуйте. А мы с ним говорили? Это хороший ты чё? Да, я в кнопке потерялся. Моки не лопаухи. Понял? Да. Квест нам дали. Карту отдать пернатому какому-то этому. Я помню его, в принципе. Ай! Это... Я это вот, знаешь, это так, вот... Так, а квест мы взяли? Или он сделавливался? Карту. Угу. Шин. Так, а опыт у нас это засчитался? Да. Тихо. Блин, вот опять я. О! Тихо! Нам... За фиолетовые руны и ломать. Его плевком надо разломать, ну, стенку, да? Вдруг что-то вообще не в ту сторону это все полетело. Да это что ж, я все время кнопку-то не ту нажимаю. А, я еще жив. Да. Это ненадолго. Это был не плевочек. Ты его вот. Есть. А вот теперь можно брать рунку. Какую рунку? Квест Смоки. Смоки. Вроде как все. Точно? Ну, не говорит. Угу. Жди. Он по направлению, да? О, е. Руда. О боже. Тихо, тихо. Что? Левака. Он что, доплюнет, нет? Он меня потерял. Не доплюнет, надо направлять. Обратную, обратную. Угу. Мама мия. Кто-то недоволен. А, это пернатый как раз. А, ну, а мы как раз к нему идем, по идее. Вот какой птичек. Меня увидели-то, господи. Старейшина какой-то. Родниковые поля. Какой-то макаки белые. Проверяй все, чекай, чекай. Ну, чё-то как-то вот... Нету, да? Угу. Здравствуйте. Вон мока. Мерзенькая. Какой-то веник.
Опыт. Угу. Да блин. Это же не фонарик, это же взял. Так. Тихо. Сейчас я тут проверить. Этому, наверное, карту. Онок мира. Укокутин. Аджиза. Ему дали рюкзачок. И что надо? Отдать сумку тому, кто ищет приключения. Вопрос, кому, правда? У нас, видишь, сколько моков, которые нам квесты выдавали. Да ужас какой-то. А вот этот колодец случайно не надо починить? Смотрим, какой-то разломанный. Ну или с дедушкой надо, наверное, сначала поговорить, да? Ну да, что-нибудь такое. О, кошка! Ай, тюля! Ай, школе? Ай, школе дома! Бебе! Так, у нас есть две руды, список проектов, да? Что ему нужно починить? А, колодец духов за одну штуку. Боже мой. А лоза с колючками аж за 5. Дорого-то как. А другие скрытые. Угу. Мы так мало руды нашли. Вообще она на карте отмечается. Ну давай это. Ну колодец она, в любом случае, то, что мы можем. Раз он здесь. Маленький помогает, смотри, лепит, что-то лепит. Реген? Сейф, реген? Ну, помочь-то мы хотим. Да. Но не на что. Благоустройство полей. Видишь, ему это побочка, правда, да? Благоустройство полей. Ну, типа, когда есть руды, ну, какая? Угу. Так, ему ты говоришь? О-о-о. Так, ну это вот этот. Да. Домик кому надо, Моки построить? Да. Слушай, а если он вот путешествовать хотел? Ушку-то! Список проектов. Ой, домик 4. Чё ж так всё дорого-то? Где у нас эта руда? Вот она где-то в начале, по-моему. Малыш, мы тебе построим дом, не переживай. Или мы всё собрали? Я не помню, как это она отмечается. Вот это не она? Что это вот? Нет. Это, возможно, какие-то квесты, которые нам давали. Вот это осколок наверху.
был сейчас на карте. Вот это вот осколок над дедом. Ну, там я что-то не знаю как. Давай посмотрим еще раз, ладно. Непонятно, как залезть. Ой. Ну, да. Ну, а смотри. А если сначала на качельку, с нее повиснуть на деревце и вот тун-тун-тун. Нет. Нет, да? Нет. Ну, зёпа, тогда пока шуруем. Ух ты, и этот тут. Осколки. Нет, вот две с тройной прыжок, который. А вторая. Блин. Улучшение имеющихся скиллов. Угу. Точнее, наших осколков. Это что у нас уже есть? Ну да. А какие у него еще есть? Я блин, господи. Я путаюсь. Короче, ты не был? Ой. Что произошло? Он нам квест, что ли, дал? Я не понял. Так, это какие-то новые. А, ну вот мы копим, типа, вот на это, да? Ну, типа, да. Ну, это, конечно, круто. Угу. Этой энергии лучше жизни получать, наверное, в два раза больше. Да. Ну ладно, пока тогда копим. Еще господи. Один. Как вас тут много, прям как это деревня, знаешь, вот где много NPC-ков-то. Этому надо шляпу. А нам надо найти тому, кому нужен рюкзак. Сейчас, подожди. Где? А, ну тут дырка. И я ее... Попробуй с кувалды вниз. Ой-ой-ой. Ого. Все-таки мы можем ломать мост. Да, осторожно. О, руда. Да. Второй. Ну этого мало. Там на один надо 4, на другой 5. Его очень много надо. А, она розовенькая, да, на карте какая-то? Ну такая, фиолетово-лиловая какая-то. Да-да-да. Просто треугольник. Ну сейчас я не вижу. Мы все подсобрали, да? Да, походу все собрали, что валялось. Зёпа. А еще у нас очень много осталось мест с несломанными вот этими вниз мостами. 2-3 места точно. Так, а вот этот чувак хороший. Хороший. Ой, боже ты. Здравствуй. Ну, вот эта бешеная белка. Вау, это наша стата. Мы уже 20 раз померли об шипы и 7 от монстров. Видишь? Да. Пятьдесят 54 километра пробежал. Улучшено умений. Ноль. Почему ноль? Может, что-то улучшали. А мы осколки улучшали, а не умения. А купили мы молоток, по-моему. А у него стата с рудой есть, кстати?
Ну, что-то было. Сколько ее вообще в игре? Ну, что ж было. Нашли-то мы ее мало. Вот. Это осколки. А. Это улучшение осколков. Не, руды не вижу никакой. Да-да. Даже если она есть, то она может быть... Ну ладно. Это бешеная белка. Ну, он какой-то, он, по-моему, в ее шкуре. Вообще это кто-то другой. Оу. Да ты не... Да не так, не так. Опять не та кнопка. Нет, не игры. Да, да, поздно. Так, а мы не раскручиваем. А. Запомнить бы, что это. Так, притормози карту. Опа, потайная комната. Наверху, справа. Угу, с опытом. От... И как туда я прыгнуть должен? Животных-то никаких нет. Не, не допрыгиваю. Ох, ох, мама мия. Окей, это что-то новенькое. А, да. Опыт. Ау. Ядрит она еще и в воде. Она еще и кусается. Нифига там. Угу. Но мы хоть правильно идем-то. Блин. Она тут, она не фантомная. Постой пока, подожди. Мы правильно идем, да? Да, мы в очередную эту лезем. В жопу мира? Да. Узнать, что там лежит. Наша любимая силуха. Да. Блин, все кнопки путаю. Ты его... Я как шиншилка. Да. Вот там что лежит? А-а-а. Не тупи долго, руда. Об нее. Да мы поняли, поняли. И это тут только три. Фонарь. Так, пиздюк бешеный. Почти дошли. Хотя это побочка, по-моему. Сюжетка-то туда еще. Левей. Поздно. Это... Да. Ой, их там две. Они вот противные. Даже не понял, откуда. А это, наверное, пока тебя не увидит, сюда не придет. Я вот думаю, тут идет туда, а вот этот закуточек. Тупик или что? Ну, фиг знает, пока тупика на вид нету. О! Ну да, прыгнем на белку. По жопе. По жопе. Пошла огонь. До свидания. Оу. А чё, шарики с опытом. Это жизнь. Боже, эстетика этой игры, это, конечно. Так. Куда я там вообще иду-то? А я. Мама. Ты зачем его в нос целуешь? Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Ну, мне кажется, он не злой. Это утвидание. Он что-то немножечко, по-моему, застрял. Или он типа спит моськой это.
в дупле. Но я думаю, его придется будить, когда у нас, наверное, будет бой, бой с воем. Медведь спит. Он щекотал ему нос трою. Я бы вот этого не делала. Бессмертный просто, вот смотри. Это хорошо. Нам что, простите, намекают, что ему надо молотком по носу дать? Я не буду этого делать. А потом нам бежать через две карты. Нельзя драться. И 10 заборов. Он не бьет. Тем более. А что делать? Ну, ничего, пока не думаю. Может, это его по жопе налупить? Так он, ну с жопой. С той стороны. Пока, да, хрен знает, где его жопа. Так, стопешечка. Мне кажется, нам надо сначала вниз. Ну пошли. Какая кнопка? Я не знаю. Ну какая-то РБ. А я туда допрыгну? Не знаю. Не, ну какая-то жесть тут. И там руда. И там руда. Жопа! Жоп! Две жизни. Не, это жопа. Скорее всего, причем, обрати внимание, там руда. Нам, скорее всего, за 5 руды надо ее где-то еще насобирать. Придется у вот этого шипы убирать. Дедушки убирать шипы, да. Иначе мы ее не возьмем. Ну или какой-нибудь. То есть мы не возьмем руду, чтобы сделать руду. Фу, блин. Или тройной прыжок. Угу. За опыт. А, вот это. Хася. Жизнь. Осторожно. Жесть. Овер тухана крутить. Раз, два, прыжок. Заставка. Он хороший сына. Она хороший сына. Он хороший сына. Когда хороший сына. Когда хороший сына. А, ну дерево гинзы, понятно. Ты чувствуешь, да, масштаб трагедии? Родничок. Родники. Да. Что-то нам надо будет там крутить, наверное. Сейчас. Я не на ту кнопку жал, ну понятно. Не работает этот фонарик? Там внизу жизнь была. Ах ты ж. Там много чего внизу. Ревака, да. Ну и вот как всегда, куда идти? Там липкие эти грибы почему-то. Как будто это уже часть мельницы. Вот, видишь, эти липкие. Там какая-то муха. Муха вонючая какая-то летает. По-моему. Ой, это или пчела, или оса. О! Нифига. Она еще и стреляет. Да ну песос. А хотя, мне кажется, она мне нужна была. Да. Хотя он там шестик. Пардон. Животные обычно, которые нужны для прыжков, они очень быстро регенятся, так что это не проблема. Ау! Это вся липкая, смотри, крутяшка. Они будут потом, наверное, крутиться. Я буду за них как-нибудь цепляться. Но в мельнице там точно. О! Фонарик. Не та кнопка! Нет, Ред! Мадрид! Все, песос. Ну, еще нет. Я тут ничего не пропустил, кроме всё, той светяшки. Пропустил, всё нормально. А от этих я не могу отпрыгнуть, да? Я вот можно.
Нет, именно от шипов не отпрыгивает. Осторожно, это говняная фигня. Да. Не трать энергию лука. Оу. Мы зря это делали, да? Ой. Ничего себе, то есть надо было... То есть это все-таки так надо было, да? Смотри, обезьянка-то похож на эту. Да, королев? Да. Да. А, я понял, но я опять нажал на 100-500 кнопок, все. А, я понял. Там вот эти липкие шипы. Эти липкие. Грибы, как их, дриты. А куда мне надо? Не знаю, меня сейчас тошнит. Меня сейчас тошнит. Подожди, я бегу. У тебя... Оу. У тебя врубился этот рефлекс хомяков? Да. Ты вырабатываешь электричество? Я пытаюсь понять, что мне надо сделать-то. Короче, ты пока стоишь, оно стоит. Вот некоторая часть. А что-то крутится. Ну, стоит это. Внутренний. Он типа на балансе. Мама мия. Окей, ладно. Все меня это провернуло. Не та кнопка. Может, не через эту, а через ту идти, боковую. Какую боковую? Вот, видишь, тут липкие штучки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Видишь? Осторожненько. Круто. И куда? Не знаю. За эту штуку я, вряд ли, не зацеплюсь. Да можно было раньше, нет? Но я имел в виду... Я зацепиться за ее эти. До фонаря далековато. Оп. Это липкая. Опс. Еще пробел сейчас будет. Вау. Это мы удачно зашли. Так. Очень удачно. Там крокозябра. Та-дай! Та-дай! Та-да! Я тебе сейчас вот... Я тебе сейчас! Сделай боди ту майн, что ли. Там, по-моему, сейвилка, не? Я не знаю. Вот это вот, чё? А, это мельница. А. Это не колодец. Ну, в любом случае, у нас временами сейф вырубается. Шипы. Упс. Откуда я иду? О, там еще. Матерь Божья, сколько там развилок-то. Да это вообще жесть. Я уже не... У меня глаза разбегаются, куда идти-то. Ой. Ого. Здравствуйте. Осколок наверху. Но что-то мне подсказывает, что это типа уже другая лока и не знаю. Ну я пока даже вот не представляю, как. Жесть какая-то. Туда я не допрыгну. Это надо другие скиллы еще все-таки, да, получить. Ладно, мне кажется, сначала надо пройти мельницу все-таки. Сейчас, подожди. Ну ладно, давай зайдем. Хотя, мне кажется, зря. Надо было все проверить. Привет. Ох, какая красота. Они за ними плывут на плотике. Нет, я не поняла, что Нару опять одна?
Нет, вместе. Окей, так, а ладно. У него лапки длинные. Ну вот, они у них, они имеют лапки, а смогли сделать плотик. Да, не то, что некоторые. Все, эту серию мы заканчиваем и продолжим уже следующий. Всем пока.